Какого черта произошло? Нужно поговорить. Так это ты? Это я. Кто ты? Я Гурма-металлист. Теперь ты в моей власти. Я могу сделать с тобой все, что захочу. Например, что? Например, вот это. Что? Ой, чего ты хочешь? Я хочу металла. И кальян на хурме. Я принимаю твой вызов. Хурма. Кальян на хурме сегодня будем делать. Хурму надо выбирать максимально большую и твердую. И я выбрала именно такую. Сейчас я покажу, как вырезать чашу на хурме. Вот что должно получиться. Табак выбрали сегодня клубника, яблоко, мед, альфакен и пхур альмума. Теперь насыпем табак в чашу. Можно обойтись без зубочисток, он не провалится. Стас, а сколько слоев фольгу ты будешь брать? Ну я думаю, что в два, если не треснет нахуй наша хурминка. Стас! Кто? Позволишь мне проделать дырочки своим взглядом? Ну ладно! Неплохо-неплохо! Вот такой бортик сделала. Беру два уголька. Теперь положим два уголька по краям. Что теперь, хурма? Стас, теперь возьми кукурузные палочки и выложи из них слово на букву Х. Ты издеваешься? А что? Слово хурма! Требования вылезать на стол у меня не было. Ты хорошо постарался, поэтому превращаю тебя обратно. Эй, а можно меня как-то более по-пацански одеть-то? Ну так уже получилось. Итак, дорогие друзья, вырезать чашу из хурмы довольно несложно, но есть несколько моментов. Во-первых, хурма мягкая, поэтому она перекашивается на одну сторону, либо на вторую. И уголь весь сползает, поэтому курить ее очень сложно, но вкусно. Пусть приключения с хурмой обходят вас стороной и до новых встреч. Всеми знаменитое заведение по адресу Фрунзе 103, психиатрическая больница. Да. Та-дам!